Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мифические легенды. Зайду-ка сюда. Боевой пропуск. Так, ничего пока нету, да, здесь? Новенького, свеженького для нас. Ну что, давай приступать сразу к поединку. Улучшай артефакты. Такс, я против Джерой. А, Джерлоу. Джерлоу. Так, у противника 3200, я думаю, что здесь мы, наверное, легко справимся. Надеюсь на это. Ну, у него очень много магов. Воу-воу-воу-воу. Так. Ну, я тебе скажу, что мы тут вообще на ура разобрались. Так, что нам сейчас предложат? Что нам предложат для прокачки? Чемпион, так, 10 скорости. Чемпионы империи получают плюс 5 защиты, если стоят рядом с другим чемпионом империи. Нет, лучше я возьму быстрый штурм. Как по мне, это лучше, ребят. Кайда, 0.76. Ох, ё, 5-6 уровень. Не, нафиг, ребят, по-моему. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ты, блин, какой ты не пробил. Ты посмотри, я не могу его пробить, ребят. Ой-ой-ой, закрутился, закрутился, закрутился. Есть. Ну, он оглушил. Фух. Ты видел сейчас, что это было, ребят. Да. По тонкому-тонкому льду мы с тобой ходим. И вот, ребят, если бы он раскололся, я бы утонул бы. То есть вот такие у меня ассоциации. Сейчас в данный момент выживаем просто на микронах. Так, Аморта, Виктус или Грейл Ворлд. Вот я не знаю, что лучше. Я, наверное, все-таки возьму. А Аморта это кто у нас? Это маг? Нет, мага я не хочу. Я, наверное, возьму. А Виктус у нас это обычный. Ладно, я возьму Виктуса. Так, ребята, 300. Ну, я имею в виду 300 мощей. Забытый склеп. Ё-моё, у него там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лучница, лучница. Есть. Да. Некромант, ну, не тянет, ребята. Вы сами видите прекрасно. Пока он не особо заходит. Мне не заходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас будет уже не шуточно. После 4 ударов подряд скорость атаки всех мечников повышается на 2 секунды. Ходячие мертвецы призывают зомби в количестве равном 50% от уровня лимит. Я, наверное, меч ярости возьму. Но не знаю, друзья мои, хорошо ли это или плохо. Он, у него все взято в основном на защиту. Блин, вот мы просто сейчас тупо бьем в броню. Но тем не менее мы запинали. Практически даже вообще никого не потеряли. Это дорогого стоит. Это, ребята, дорогого стоит. Так, ну я смотрю, двое уже практически. Вот у нас Тигу там еще какой-то. Повышает навыки твоих легенд. Легенда у меня вот, да? То есть я беру золотой доспех. Опа. Друзья мои, 3900. Это Кайда 0.76. У него два ассасина. Два мечника вот этих вот. Я даже не знаю, что. Давай попробуем наши команды. Не будем пока менять ничего. У него все на крит. Он все, ребят, на крит вкачал. Я, ой, лучше с мной сейчас запинают. Офигеть. Ну! Пьюх! Все-таки я говорил, ребята, танк есть танк. Но вот этот наш ассасинчик неплохо себя показал в бою. Так, Джерлоу выбывает. Потом идет Йети.
За каждого погибшего союзника не ж... Нет, не жрецов не надо. Я вот возьму лучше доспех. Но доспех, ребята, он вешается на одного юнита. Не забывай об этом. То есть в данный момент он повесился на мечника. На мечника. Опа, 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 опа. Ну, есть. Слушай, ну вот эта вот лучница вообще красава. Она бомбит издалека и... Ой, бы что. Так, пылающие стрелы. Кажется, четвертая стрела. Наверное, вот это вот. Случайный чемпион получает 50% скорости атаки в начале боя. Восполняет цель на 3 секунды и каждую так урон. Блин, что взять-то? Наверное, я возьму вот это. Наверное, я возьму вот это, друзья мои. Уж не знаю. Так он 6 уровня. Ёк-макарёк. Ууу, нифига там у него. Ты посмотри. Фига у него там ассасин наяривает. Блин, ну этот, конечно, со своими круговыми мечами просто имба какая-то. Слушай, а здесь кланы-то есть? Сдулся. И остаемся только мы вдвоем. Ох ты, это кто такая? Нера. Легендарка. Наносит 20% урона атакой случайным врагам. Слушай, я, наверное, возьму ее. Здоровье 720. А вот у моей лучницы сколько здесь? Ну, это, ну, понятно, ребята, уровень-то, извини меня, какой. Ну, там ли это редко, а там-то легенда. Но я не буду ее пока брать. Сам понимаешь, смысла нету. У нас тут, кстати, что-то сундук какой-то в магазине. Вот, давай сюда. Давай смотреть. Так, Сабер. Гестия. Гестию можно прокачать. Нефезия. И деньги. Как раз у меня сейчас еще один боец прокачается, ребят. А именно мой лучник. Здоровье 1000. Ух. Нормально, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, еще задание выполнили. Ну что, я, наверное, готов. Поехали. Так, он тоже лучника взял, друзья. Но моя лучница, конечно, там наяривает. Ты посмотри. Нет! Нет! Е! Трындец, лучница затащила, прикинь. Я в шоке. Победа, ребят. Наша. Но еще поединок будет. Так. Я, наверное, все чемпионы носят. Все чемпионы. Давай вот это возьмем. Я прокачаю, ребята, скорость атаки. Давай, 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 давай. Не раскисаем, ребята. Оглушили. Нет, здесь не потянем. Здесь не потянем. Ну что же. Раз он так делает, мы тогда тоже так сделаем. Сейчас я посмотрю, что у него там. Так... Слушай, так а почему я проиграл-то? Что случилось-то? По идее, если посмотреть... Мечник? Может быть, то, что у него два мечника? Да ну...
Давай так посмотрим. Блин, неужели сфейлимся, а? Давай-давай, ассасин, вали, вали эту лучницу, есть. Да что случилось-то, почему так быстро-то, я не могу понять. Все, я проиграл. Почему так быстро запинали? Мне, ребята, было сейчас не ясно. Так, что это за карта? Хасгард, это кто такой? Кто такой? Что за Хасгард, друзья? Виктус. Ну-ка, обычные. Морт и Магнус. Что за ха... Что? Вот кто это такой? Мифический. Фига у него там здоровье. Воскресает через 3 секунды после гибели, получая 50% здоровья и повышенную на 100% скорость атаки. Прикинь? Этого чувачка надо заценить, мне кажется. Этого чувачка нужно, ребята, заценить. Так, а нам нужно 200. У нас... Подожди, а почему я не передвигаюсь сюда? Таинственный лес. А, 250 нужно. А у меня пока 147. Все, я понял. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим. Хочу проверить этого нового бойца Хасгарда, который через 3 секунды... Ну, 3 секунды это, конечно, много. Если по ожиданию... Попробуем вместо этого, наверное, поставим сюда. Где у нас там Хасгард этот? Вот он. Давай глянем, что он на себя, ребят, представляет. Да ты что, ты такой ватный-то, господи? А чё он? Я не видел. А, не, вот он. Вот он, друзья мои, бегает здесь. Я уже хотел сказать, а где же он? Почему не воскресился? Все нормально, все работает. В течение минуты получает 10 шансов к крит-удару. Давай критовку, наверное, возьмем. Ну что, поехали дальше. Я, кстати, не успел даже посмотреть, как он воскрешается-то. Если честно, мага он тут взял. Ой, упал. Но он встает. Друзья, действительно, он встает. Он встает. Он умирает, и он встает. Как бы, ну, ты видел, да? Правда, его очень быстро как-то бомбят. Не знаю, может быть, это пока он такой ватненький, но он третьего уровня. Аморта. Клею, может быть, взять. Давай аморту возьмем, фиг с ним. Я его, по крайней мере, хотя бы прокачать смогу. Но маг, это все-таки не, это не мое, ребят. Поехали. Так, у него преобладает дальняя атака, я смотрю. Вот, вот плохо. Вот это вот всегда, ребята, плохо. Фу ты, блин, я уже думал, я проиграл. Нифига. Это повезло, что этот чувачок у меня воскресился через 3 секунды. То есть мы уже проиграли, просто отчет уже шел, он в этот момент встал. Фью. Так, смертельный удар. Сечмен наносит 10% урона. Да, лучник, конечно, ребята. 400. Ёпарасоте. Лучник, маг. Вопрос, а почему этот у меня здесь находится, а этот здесь?
Это ненормально. Блин, он сейчас будет этот урон нежить у него там сейчас. Слушай, а у него 4 уровня этот перец. Зомби! Фига там лучница, ты смотри. Е, нет, подожди, вот, все. Лучница. Поливает там только шорох. Да. Вот такие, ребят, пирожочки тут с мясом происходят. Волшебники и союзники, так, восстанавливали 50% мана. Каждый случайный чемпион умирает, он взрывается, наносит всем врагам на расстоянии одной клетки. Равным 50%. Придется взять, наверное, эту дребудень. На самом деле, я не хотел это брать. Так, тут вторые, четвертые. Нормально. Он все-таки разобрался, да? Тут не потянул, не вытянул, ребята. А знаешь почему? Потому что лучницу у меня запинали очень быстро. У меня очень быстро запинали лучницу. Всех мишек повышается на 2 секунды. Брать тебе, что ли? Маг, лучник. Попробуем. Если бы ассасин бы бомбил бы как надо, блин. И кого нужно? Сейчас посмотрим, прыгнет он туда. Вообще не пойму, что происходит, ребят. Я не понял, что произошло. Вообще, ребята, не понял. Так, задание выполнено. Какой в бой? Я даже еще не успел ничего сделать. Твою налево, в бой, блин. Но здесь быстро получилось. Я не знаю, как это работает. Может быть, все-таки из-за этого. Слабовато, наверное, еще. Угу. Док Фурман. Вот с Док Фурманом у меня не получается. Возьму я Клио. У него ассасин. У меня мечник лучше получается. Так, три. А, ребят, он мне количеством берет. Ё-моё, я думаю, что такое-то? У него 6 бойцов. Все, я теперь понял, почему у меня не прокатывает. У него 6 уровень, а у меня 5. Поэтому у него по количеству бойцов, ребята, просто элементарно больше. Вот и все. Да. Только, видимо, из-за этого я не могу его победить. Хотя вот тут получилось как-то странно все удачно. Странно, тогда не вышло, а сейчас вышло. Джидагор. Давай. Поехали, посмотрим, что у нас тут выйдет. Блин, вот эти вот бесявые, конечно, зомби, которые вылазят. Так, этого чувачка, по-моему... Да, этого бомбанули. Остается только, да, Док Фарман.
Док Фарман, вот как мне с ним быть? Превращает чемпиона самого низкого уровня в дракона, атакующего издалека? Это как? Сейчас посмотрим, ребят. А чё он же... А, блин, у него тоже, ребят, такая же фигня. Смотри. Ну... Твою налево, он тоже взял этого дракона, прикинь. У меня 4700, у него 5000. Да, он тоже взял дракона, ребят. И нежить у него это стоит. Но опять же, он берет количество. Это лучница, что, через весь экран что-то хиначит у него, блин. Пипец, блин. Не, ребят, если бы у меня был бы 5-6 уровень, я бы его вздрючил бы, поверь мне. Только из-за уровня. Так, ладно. Давай смотреть. Ну, деньги-то понятно все. Сайбер. Это что? Квеган. Сундук. Давай смотреть. Нера. Аморта. Грейворлд. Нефизия. О, еще деревянный. Так, монетки. Нефизия. И Нера. О, друзья мои, мы... Хотел сказать, мы сейчас получим... Ну, в принципе, да. Но этот сундучок хорош. За 200-то. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть. Прокачка есть. Есть прокачка, давай-ка мы... Блин, может быть взять ее? Ну вот теперь можно взять ее. 4 уровень уже как бы, ну, солидно. Магии как-то не особо мне нравится. Ну что, я тогда буду брать, наверное, этого лучника. А мы уровень же не получили, по-моему, еще пока, нет? Нет. Уберем вот этот. Вот сейчас посмотрим, насколько по мощам. 3500, да? Вот, например, я заменю сейчас. Где у нас Нера? А чё так? А стоит ли овчинка выделки? 3700. Кто у него-то там хоть? Ага, три мечника. Я понял его команду, в принципе. А если вот так, к примеру, сделать? Поехали, попробуем. Два лучника взял. Блин, у него же ассасин, ё-моё. Глупости я, конечно, сейчас, друзья, сделал. Что-то у него быстрее прыгает, чем мой, да? Ты заметил? Мой заторможенный какой-то. Скорость атаки. Наверное, скорость атаки я возьму. 300. Поехали. Опять у него ассасин есть. Ну, ёпарасоты, ну... Эй, видел?
Бой практически уже был выигран, он оп и встает. Вот так и вот пироги, друзья. Блин, с этим драться будем. И тактикус какой-то там. Наверное, Виктуса возьму. У него есть, блин, ассасин. Ладно, я пока оставлю, блин, как есть. Вроде бы команда неплохо работает с двумя лучницами. Правда, ассасин, конечно, дает тут. О, видишь? И вот он. Ну, друзья, ну так уже никуда не годится. Да что мои там... Понятно. Короче, блин, этот ассасин просто взял моих двух лучниц, переубивал. Просто. Дает бонус максимальному здоровью здесь всем союзным рыцарям на арене. Придется убирать мне одну лучницу. Мне, конечно, не хотел я этого делать, друзья. А иначе не... Вот опять сейчас он будет. Фух, я уже думал, сейчас продуем. Нет, все-таки без ассасина нельзя, ребят. Без ассасина, ну, никак нельзя. 50 скорости. Так, у него магия. Ну, как раз он прыгнет за спину, да? А у него этот тоже прыгнет за спину. Поэтому вот сюда я поставлю. Поехали, посмотрим. Тут вообще быстро разобрались. Тут мы разобрались с тобой хорошо. Одного двух, как говорится, ребята, с ветром сдуло. Их защите. Давай, наверное, прочный щит. Так, они все на заднем плане стоят, да? То есть мне еще нужно дойти до них. А там у них маг стоит. Сейчас проверим. Да куда ты бьешь-то, ты бомб... Во-в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 о, ребят. Да мага-то где ты... Сейчас этот хмырь живет. Поносник, блин. Яманал, такой дебил. Стоит там, блин. Ни рыба, ни мясо, блин. Так, ну что. 3700, что там у нас? Здоровье-то дофига у тебя, парнишка. Поехали, посмотрим, ребят. Блин, он щит себе взял. Это что сейчас было, блин? Кто яд этот сделал? А вот этот мой, да, или не он? Фига он один, ты посмотри. Он что, хиляется у меня? Он просто один взял и затащил, прикинь, двоих. Какая-то имба просто. Конфирмар сдох. А вот, ребята... Виктус. Блин, Виктус, он же у нас обычный.
придется все равно взять. Эх, кто там у тебя? Он же побежит на лучницу, да? Он же побежит, этот гаденыш, на лучницу. Я же знаю его прекрасно. А фиг где делать? Побежит и побежит, ребят. Проигрывает так с музыкой, да? Он там нифига нахапал. У меня всего лишь две, а он там нахапал себе. И того, и сего. Смотри, видишь, он сразу бежит. И моей лучницы как будто здесь и не бывало вообще. Ты посмотри. О, ноу. Я просто удивляюсь, ребят, как он тут один. Он хиляется. Он, смотри, он захилит все здоровье. Набрасывает вот этот вот яд. Это просто имба какая-то. Он станет. Слушай, мне нравится этот чувак. Надо нам как-то немножко тактику поменять. Луч. Ух ты, костяной амулет. После того, как чемпиона Некрополя погибает, они живут еще 3 секунды. Я не знаю, может быть, вместо лучницы действительно взять, потому что она... Толком она не успевает ничего сделать-то, если брать по большому счету. Может быть, вот этого взять, поставить? Вот. А, лишние бойцы, ну, конечно же. Или же вот этого. Поехали. Ох, сейчас не удивлюсь, если я, ребята, сфейлюсь из-за вот этих своих экспериментов, блин. Смотри, 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 вот он, ассасин. Вот он, ну. Вот начинается, ребят, вы крутасы. И этот стоит как тупорылый, ну. Мы выиграли, ё-моё, ребята. Слушай, этот чувак хорош на самом-то деле. Почему я его игнорил до этого? Ты сам видишь, да, как он классно стоял? Я даже сам не ожидал. Эть, чуть-чуть не хватило. Так, это понятно, самоцветы. А это у нас... Магус. Задание выполнено. Тут, кстати, тут... А, ну это задание выполнено. Забираем. Хоп. Есть, получите, распишитесь. Сундук деревянный. Обычные карты. С монетками, наверное, да? Артус. Артус. Слушай, а у нас же получается этот-то сильнее, чем Артус, насколько я помню, да? А-а-а, 6 чемпионов. Вот в чем беда-то, ребята, была. Хм. Давай попробуем этой персонажкой поиграть. Электростатик, Shift, да, 38. Подожди, там же было написано 6 бойцов я могу взять. Почему только 5-то? Ага, у него опять же тут, блин, этот. Но у него второго уровня ассасин. Я думаю, что... Замучится он бомбить мне лучницу. Блин, я не поменял опять бойца своего. Да ёк-макарёк. Думаю, чё это не то? Я же его не выбрал. Ай, дубина, блин. Все-таки завалил. Даже, ребята, второго уровня он смог справиться. Фига себе. Маг вырубает вот этого здоровяка, прикинь, на изи. То есть, против воинов он силен, а против... Течемен наносит 10% урона. Дай-ка я поменяю.
Вот так вот сделаем. Вот теперь я могу взять 6. Какой в бой-то? Слов нету, в бой, блин. Давай, 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 давай. Да кого ты рубишь-то, вон? Ну ты болван или что, а? На тебе. Слушай, пока идет все... Все классно. Квегана, да, возьмем, наверное? Так, возьмем Квегана. И теперь вот можно еще одного поставить. Кого бы мне влепить? А если я вот так вот сделаю, а? Что скажешь? Давай посмотрим. Да ядреный матрен, ну... Вообще моментально, ребята. Почему такой вот мой ассасин прыгает не на лучников магов, а на бойцов? Вот объясни мне это. А? Атаки всех мечников повышаются. Ага, у меня только один мечник, да? Можно я глазком одним взгляну, кто у него там? Ассасин один. Поехали, посмотрим. Как у него этот ассасин? Куда? Ну, естественно, сюда, сразу же. Я тебе говорил, что тот лучше. Ребята, наш ассасин лучше, чем ассасин нежити. Тут явно было. Он даже не справился. Тот хоть со спины может бомбить, телепортироваться, а этот вообще ни в какую. Так, скорость. Давай скорость возьмем. В бой. Че, 2900? Что-то вообще мало. Что-то вообще мало как-то. Видишь вот этот яд, который он выпускает, облако? Вообще моментально. Готов. Так, выбывает. Густав. Волшебники и их, их союзники. Три шестьсот. Он все... Ага, у него... Он что, на лучниках? Он на лучниках. Нет, один лучник только. Но куча зомби. Что-то тут вообще, ребята, у нас какая-то просто имба получается. Вот с этой новым персонажем. Просто расколбашиваем. Только шорох. Ну что, кул ниндзя? Типа клевый ниндзя, да, у нас? Ну давай посмотрим. 4000 у него мощей. У него на хп, на нежить. Блин, ну... Не справляется. У него не справляется ассасин с лучниками. Опять первое место. Вот это я называю, ребята, красиво сыграли. Круто. Я хочу просто перейти уже на новую локу. Чуть-чуть не хватило, совсем малька. Так, тут монетки и... Некрономос. Да, друзья мои, мы, видимо, переходим с тобой в новую локу. Или не переходим, сундук. В этом сундучке... Ох, ох ты, ну-ка. Так, это мы на потом, да? На самый последний. Виклус, неужели? Так, Артус. Грейлворд. И Дон. И Магнус. Задание выполнено. Так, ну что, мы приобрели, да, получается, его? Да. И я прокачаю. Так, что еще там можно? Что еще там можно приобрести?
Артуса можно прокачать до 7 уровня. До 6. Квеган. Фига он стоит. Калия. А, 1860 калия. Ага. Держи карман шире. Так, ну. Ребята, он 7 уровень. Он 7 уровень у нас, вот этот мужичок. Соответственно, я смогу 7 бойцов теперь брать, верно? Верно. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.